Модель даже водила девочку на обследование. И известная модель Оксана Самойлова, как известно, воспитывает трех очаровательных дочерей. Отцом детей является популярный рэпер Джиган. Семейная пара любит подчеркивать свою идиллию в отношениях. Союз рэпера и модели очень прочный. Больше по теме: Джиган и Оксана Самойлова переехали в новый дом. Супруга рэпера призналась, что им пришлось пережить адский переезд. На своей страничке в социальной сети Instagram Самойлова рассказала о своей дочери Мае. Оказывается, девочка обожает покушать. Как призналась модель, за еду ее дочка готова на все. Причем ребенок кушает все, что ей дают. Обычно у детей совсем другая проблема, родители не знают, как накормить. А мы не знаем, как остановить эту обжору. Мы были так обеспокоены этой темой, что потащили ее на обследование всякие. Все норм оказалось. Просто вот такой аппетит у человека. Мамуля, кто-то сталкивался с таким? Задалась вопросом Самойлова. У нас тоже так было до 3 лет. При этом она была такой худышкой, но сейчас все в норме. Сладкая девочка, пусть кушает на здоровье, не толстушка вроде, у нас такое же чудо, всегда голодная. На месяц младше вашей доченьки. За еду душу отдаст, у меня ребенок также, все, что не прибито, тянет в рот. Сейчас ей 7 лет, и привычка не изменилась. Раньше беспокоилась, а теперь нет, заявили в комментариях пользователи.